Всем привет, с вами Silver One, и мы продолжаем проходить Doom 2 Ад на Земле. Так, забираем мегасферу. Да, карта номер 5. Вот это Spider Mastermind. Страшный, злобный паук с шестиствольным настоящим мощным пулеметом, встроенным куда-то посередине. Впрочем, нажав кнопочку давилки, мы его обрекли на медленное раздавление. Длинный прыжок с лифта вперед. Разминулись с ревенантом. Это еще один новый монстр. Так. Батареечка. Эх, с первого раза мастер-майнд не задавился, но ничего страшного. Пресс идет на второй заход. Главное пока уважать, что все, теперь паучку будет не до нас. Собираем заряды для плазмогана. Так, что у нас здесь? Импы разбежались. Пинки-демоны забавно бегают по радиоактивному пруду. Так, когда закончим с ними, у нас еще есть работа в секретке. Да, вот здесь. Секретка ведет к плазмогану. Быстренько хватаем и уходим, пока не раздавило. Сейчас на лифте должен приехать ревенант. По крайней мере, он уже два раза туда-сюда катался. Должен же он когда-нибудь нас посетить, да? Нет, загляди. Хорошо, поднимаемся самостоятельно, прыгаем, нажимаем на рычажок. Не на... Так. Ага, здесь у нас все зачистили, на рычаг надо нажать, ёлки-палки. Как же я так сказал и прошел мимо. Ну ничего страшного. Сейчас мы все наладим. Ага, ждем лифт. А вот и ревенант. Что-то как-то все происходит не совсем запланировано. Ну ладно, пулемет ему ответить не надо. Страшный скелетик стреляет самонаводящимися ракетами. Полубиус вплотную вполне может бить своими костлявыми кулаками. Довольно-таки внушительно и больно. Нажимаем, опускается лифт. Забираем синий ключ. Зачищаем от импов эту наблюдательную вышку. Или что-то в этом роде. Кабинет. Суперчардж. Заряд, да. Так, у нас 145 брони, 200 здоровья. Замечательно. Внизу пасется имп, ожидая своей участи. Ну, шлепнем его прямо на голову. Здравствуй, импы, прощай. Так, ключ у нас есть. Теперь... Теперь, значит, через секретку поднимаемся на лифте и аккуратно по темным коридорчикам. Секундное ожидание лифта. Вот. Ага. Выходи по одному. Я вас почти не боюсь. Хотя вот команда с шестиствольными пулеметами. Ой, ребята, конечно, опасные. Ну ничего, ничего. Плазмоган штука мощная. Единственное, что, конечно, недостаток, заряды плазмы не медленно летят. У пулемета и дробовика есть огромное преимущество, то что там патроны долетают мгновенно. Нажал выстрел и сразу результат. Поднимаем здоровье еще больше. Нам оно пригодится. Так. А, тут должен быть справа секрет. Ага, вот они. Импы. Сейчас мы это зачистим и вернемся. Здравствуй, имп. Ударился головой, бедолага. Целая куча шлемов с бонусной броней. Как он их на голову себе одевает? Я вот сколько играю в Doom, столько и удивляюсь. Первый, второй. Замечательно. Здравствуйте, здравствуйте. Не переживайте. Всем достанется. Подходите по одному. Так. Ключик-то мы взяли, не взяли. Надо проверить. Нет, ага, все правильно. Значит, красный ключ берем там. Замечательно. Открываем. Ага, не все так просто. Сейчас там стеночка откроется и... Вот они, ребятки. Да, здрасте, здрасте.
А вот за этой самой желтенькой молнией, которая там нарисована, ну ладно, чуть попозже покажу. Впрочем, за этими тоже вот скрывается интересный такой секрет, не секрет, но неприятный сюрприз. Да, здравствуйте, ревенанты. Заранее Rocket Launcher я взял. Нанесли несколько повреждений, а добивать все-таки будем супер шотганом. Благо, его патроны встречаются существенно чаще, чем ракеты для Rocket Launcher. Ну давай, скелетик, складывайся уже. Так, забираем супер шотган и, соответственно, патрончики. Немножко, но все-таки где-то сверху им. Ага, вот, здравствуй, родной. Так, 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 так. Красный ключик. Его охраняет призраки Пинки Демона или Спектр, как он там правильно называется, и заблудшая душа. Забираем ключик. Стоп. Надо... Ага, вот тут должен быть... Сейчас, 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 сейчас покажу. Да, вот отсюда. Аккуратненько, аккуратненько. Так, хлоп. И тут такой вот секрет интересный. Бам по бочкам. Еще куча врагов умирает. Забираем мегасферу, ракеты. Ранец, в котором находится дополнительное снаряжение. Собираем пулеметы, патроны из них. Бронежилет синий, к сожалению, нам не залезет уже. У нас и так 200% здоровья и 200% брони. Правильно, должны же они были попытаться хоть как-то нас остановить. Ну, попытались. Еще один рыцарь или баронада. Вечно их путаю. Такой козлик довольно-таки серьезный. Тяжело бронированный. В отличие от остальных граждан. Так, темный коридорчик. Странно, никого нет. А, вот они. Здравствуйте, товарищи. Вы еще не успели подойти, да? Аккуратненько, аккуратненько. Патрончики бережем. Сейчас дальше там такое будет, что понадобится... Да, лучше подберу это. Понадобятся все наличные патроны. Вот. Зачищаем от спектров, потому что после того, как мы нажмем определенный рычаг, тут начнется такое. Лучше пусть нам никто не будет мешать. Сержант, отдавай дробовичок. Спектры, ложитесь уже, упокаивайтесь в своей кислоте. Хорошо. Да, нажимаем кнопочку, опускается ключ, берем и начинается всякое разное. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, что мы заранее запаслись патронами. Плюс монстры иногда друг в друга попадают, что нам тоже несколько облегчает задачу. Ну что ж, еще немножечко и... Отлично. Очень удачно получилось. Баронада поймал нашу плазму и сложился. Так-так-так-так-так. Ага, ребята-ребята. Пинки. Замечательно. Так, кажется, 100% у нас все-таки уже есть, да? Секреты мы собрали все. Монстр один остался, последний, насколько я знаю. Да, так, всем здесь... Ага, ну все, на выход, получается, да. Последние пинки за этой дверкой должны где-то прятаться или нет? Или сходить проверить? Нет, думаю, все-таки... Да, последний пинки демон и... Убийство. 100%. Предметы собраны 100%. Секреты найдены 100%.